Всем привет! Сейчас продолжаем испытание. Зацепил я вот сюда на последнее, на самое нижнее отверстие тягу центральную. Немножко она туговата, конечно. Все-таки она белорусовскую стоит. Нож маленько будет сейчас выворачиваться не так, как надо. Ну, короче, сейчас испытаем, увидите. Краник забыл закрыть. Ну, пока на выруби. Ну вот такое испытание. В принципе, работает, сами видели, на бок встает на лед он. Тормоз зажимая, он идет дальше следующим колесом. Только единственное, что плохо, только на пониженной скорости это получается.
крутиться можно, потому что газ не получается газовать. Так что вот так вот как-то получается. Ладно, комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.